Всем привет! Расцвела у меня вот такая вот вандочка. Я так думаю, что они отнесены к вандам, хотя это, по-моему, не ванда получается. Это, насколько я понимаю, гибрид. Какой гибрид, было не написано. В следующем месяце приедет хозяин. Я в конце видео поставлю ссылку на одно из видео. Выездной магазин. Он приезжает раз в 3 месяца примерно. В следующем месяце должен приехать со своими орхидейками. Я у него купила просто ради интереса, какое оно зацветет. Написано, что это не финетия, это гибрид. Да, какой гибрид, было не написано. Я уже не помню, может быть, он мне говорил, это было вот почти год, почти год назад было, в прошлом году, в этом же месяце, в конце. Вот, я так поискала, и я думаю, что это вот такой вот гибрид, то есть это Ascophinetia cherubim. На нее она больше всего похожа. Но я, конечно, не утверждаю. Это не Афинетия с кем? Ампулацио. Уму, да? С аскоцентрумом. Кажется так. В общем, не буду умничать. Я, конечно же, по-моему, сказала уже. Да я и сфотографировала. Ему покажу и скажу, что... Давай уточняй. Мне потому что интересно знать историю. Потому что он занимается природными. И опыляет тоже природные на природные. У него много таких орхидей, поэтому мне просто очень интересно, какая это именно, какой это именно гибрид. Ну и так как я не знаю, что это, так, минуточку, так, она не пахнет, она не пахнет, но она вот такая вот маленькая, листики у нее с такими точечками. Это у нее такой загар, как конопушечки. Ага, я даже как следует не разглядывала. Тут у нас 2 цветоноса получается, да? Вот они еще не полностью все открылись. Сидит она просто мох и глиняный горшок. Это, скорее всего, я ее пересаживала. И вот такая вот у меня еще орхидейка расцвела. Я не помню, какое-то у нас цветение. Может быть, запросто даже и первое, потому что я не помнила, как она должна у меня цвести. Я никак не могла найти к ней, наверное, подход. Сейчас покажу. Вот видите, вот эти вот старые. То есть, получается, я ее купила 3 года назад, да? В этом году, в конце года будет 3 года. Ладно, пускай 2,5. Вот эти вот у нее старые все псевдобульбы. Они росли правильно, да? Меньше, больше, больше. Это те, которые я купила. И потом она ко мне попадает, наверное. И вот эта вот бульбочка, видно, да? Что она не доросла до роста, например, той предыдущей. Но я совсем не помню, чтобы она у меня цвела. Но не могло же так мало бульб не вырасти, всего лишь 2 за 2,5 года. Хотя, может быть, да, если одна бульба у нее вырастала в год, вот, да. Вот это вот одна недоразвитая у меня, поэтому она и не цвела. Она в половину меньше той предыдущей, да. И потом вот уже, видать, я что-то поняла, что я делаю не так. Она, конечно, ниже той, которую я вот покупала, да, и она, наверное, цвела. Так, минуточку. Что у нас там? Где-то, да, вот, я видела вроде как где-то цветоносы. А, и вот тоже. Ну да, вот получается, что это те покупные, она цвела, то есть взрослое растение было.
Похоже, я ее пересушивала, потому что она у меня сидела в амхе. В амхе сидела и пересушивала. Ну вот как-то так получается, наверное, потому что, видите, там мох, вот сам, вот этот. Ее кочка, да? Это просто она уже переваленная в этот больше горшок и тут заваленная корой. Так. Ну да. Не знаю, может быть, был маленький горшочек. И несмотря на то, что она сидела в амхе, ей этого не хватало. Потому что та не цвела, да? Псевдобульба. Вот это уже выросла более мощная. Ниже, конечно, чем те старые. Так я уже тут рассуждаю просто, что ж я делала не так. Но она такая крепыш. Толстенькая. И вот расцвела. И растет еще одна псевдобульбочка. Вот жалко только, что она по одной всего лишь псевдобульбе выпускает, поэтому так и получается, что куст за 2,5 года вот вроде как не разросся совсем. И это тоже я вчера домой вечером пришла и так, ах, а цветочек уже один распустился. Я знаю, что на Украине, в России их продают просто в этом в садовых центрах, да, и у них цветоносы большие, высокие. У нас они не продаются. Я ее купила случайно на какой-то выставке. Упала этикетка. Ну ладно, не знаю, на какой выставке это я была. И случайно ее нашла. Так что, по-моему, это у меня первое цветение. Надеюсь, не последнее. А, кстати, она пахнет или нет? Нет, запаха я не слышу. Ну, может быть, сегодня пасмурный день, поэтому ничего у меня не пахнет.